Кратенькие комментарии на ваши комментарии. Вот смотрите. Виктор Плеска. Геннадий Петрович, 10-дневное голодание влияет положительно или негативно на нервную систему? Вот тут такой вопрос в зависимости от того, как вы настроитесь. Если вы настроитесь на то, что вам голодание даст силы, оно положительно на вас повлияет, и вы хорошо перенесете интоксикацию, которая возникнет где-то примерно на третий и далее сутки, то все это повлияет положительно. То есть все зависит от того, как вы настроитесь. Если вы настроитесь нормально, то, естественно, это будет для вас хороший такой опыт и положительно скажется. А если вы смотрите, вот вам надо... Что такое там вот нервная система? Как бы нервная система зависит от наших эмоций. Вам надо как-то выбрать время на эти 10 дней голодания, в чем-то себя ущемить или еще что-то. То есть это будет вам в напряг. Вот все, что идет в напряг, это не есть хорошо, и, естественно, отрицательно будет влиять на ваш организм. Так, Анастасия красивая рекомендует от Альцгеймера сделать вот такой коктейль. Корень женьшеня, перец, кукурма, корица. Знаете, с корнем женьшеня возникнут трудности. Далеко не все их могут достать, приобрести. Перец, пожалуйста. Куркурма есть, корица есть. Но вот эти вот перец, куркурма и корица, это такие травы, которые, как бы сказать, с позиции восточной медицины стимулируют умственные способности организма человека. А вот женьшень как жизнедатель. Вот если у вас не будет женьшеня, вы можете, знаете, чем воспользоваться? Корнем солодки. Какие пропорции? Ну, это надо будет спросить у Анастасии Красивой. И, возможно, тогда будет способствовать тому, что усилит пищеварительный огонь. Эта же вещь усилит и защитные силы организма, укрепит иммунитет и, естественно, скажется положительно на наших умственных способностях. Так что можно это все дело делать. Геннадий, сделайте, пожалуйста, видео про академика Бориса Болотова и его методику. Ну, я, как бы сказать, читал. Вот, она вроде бы такая большая, огромная, но до нас дошли какие-то книги в таком каком-то мизерном количестве. Ну что, он говорит, дельные вещи. Кое-что, конечно, можно из этой методики взять. Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего.